Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить язык в клавиатуру на вашем смартфоне Krüger NMATS Move 9. Для этого для начала мы переходим в настройки, а затем спускаемся в самый низ. Заходим в пункт «Система», далее «Язык и ввод», клацаем на виртуальную клавиатуру и далее выбираем клавиатуру, которой мы пользуемся. По дефолту на вашем телефоне, скорее всего, будет установлен Gboard, поэтому клацаем на Gboard. Далее жмем «Языки», и здесь мы можем, нажав на кнопку «Добавить клавиатуру», как ни странно, добавить клавиатуру. И ищем среди всех вот этих вот огромного, среди этого огромного количества языков, мы ищем тот, который мы хотим добавить. Пусть это будет, я не знаю, косо. Выбираем, жмем «Готово», и, как видим, он у нас здесь появляется. Дабы впоследствии его удалить, мы просто жмем на карандашик, обозначаем это галочкой и жмем на значок корзины. И язык был удален. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!